нефтяная компания в Североказахстанской области под угрозой срыва. О рисках сообщили в Управлении по делам обороны. По данным специалистов, число уклонистов от армии составило порядка 800 человек. Об их местонахождении тоже пока неизвестно. План призыва в регионе не выполнен даже на 50%. Нургуль Алина разбиралась в ситуации. С началом весны по всей республике стартовала призывная кампания. Один из новобранцев этого года – Салимжон Осмонов. В армию молодой человек идет добровольно. Считает, что дать долг родине – его святая обязанность. Нести службу он будет в десантно-штурмовых войсках. Я учился в универе на факультете теории и методика физического и военного воспитания. Со мной призвали еще три юноши, и они все прошли медкомиссию. С ними я знаком. Почти с самого детства попали мы в одно войско. Первый сбор призывников из Североказахстанской области отправляют на службу в город Кунаев. Впрочем, есть риск недобора солдат, признаются специалисты. В текущем сезоне в регионе планируют призвать 555 молодых людей. Однако с этим могут возникнуть проблемы. Уже сейчас число уклонистов приблизилось к отметке 800 человек. Ребята убывают за пределы Североказахстанской области по различным причинам. Кто-то своевременно не сообщает в управлении отдела по делам обороны, и мы не можем вручить повестку. Но все эти моменты мы прорабатываем с родителями. Призывная кампания в регионе идет слабо. По мнению полковника запаса Булата Кужахметова, эта ситуация говорит лишь о безответственности молодых людей. Ведь без специальной боевой подготовки они не смогут стоять на страже мирного времени, считает он. Умение, характер выработать. Определенный, да, находиться в жестком мужском коллективе тоже надо уметь, да, взаимоотношения надо строить, чувство дисциплины, субординации надо воспитать. Это сидя дома на диване он не сделает, это только период в процессе воинской службы. Кроме того, для налаживания работы призывной кампании специалисты департамента по делам обороны сотрудничают с полицией и управлением здравоохранения. Всего на воинском учете в СКУ более 16 тысяч призывников. Нургуль Алина, Шулзбек Ермуканов, телеканал Алматы, Североказахстанская область.